Что там такое? Ух ты! Прям очень уже интересно! Ой, сколько всего внутри! Черт, неужели кто-то... Хай, друзья, меня зовут Аня, вы на канале Magic Family. Со мной мои собачки сегодня, а еще у меня есть муравьи, хомячки и много-много других животных и птичек. Так что подписывайтесь на наш канал, обязательно жмите колокольчик, чтобы смотреть наши ролики самыми первыми. А сегодня у нас будет очень интересное видео, потому что сегодня мы будем распаковывать посылочки ваши, которые вы присылали. И если кто-то еще из вас не знает наш адрес, то он в описании внизу к этому видео. А тут вокруг нас бегает и носится сумасшествие. Наше маленькое пушистое чудо-щеночек по имени Юми, которая просто вообще сумасшествие, неугомонный ураган. Мы в каждом нашем видео устраиваем какую-нибудь игру, и вот недавно у нас была такая игра, я в течение видео говорю вам кодовое словосочетание, а вы с ним придумываете прикольную фразу или предложение. И случайная такая самая оригинальная, которую мы увидим, фраза, написанная в комментариях, попадает в наше видео. И сегодня в наше видео стишок от Насти Кохасти, а сейчас я вам его зачитаю. Маленький щенок игрушку уволок, накакал на ковер красивенький узор. Снова и опять будем мы играть и щенка Юмашей называть. Вот это прям про нашу сладкую девочку Юми, неугомонный ураган. А также мы хотим передать приветики случайным репостнувшим из нашей группы ВКонтакте или с моей страницы наше видео. И сегодня приветики для Насти Цыгановой. Привет, Настя, с нашего канала тебе! Марина Бородина. Приветик, Марина! И Арина Башлакова. Привет, Арина, тебе с нашего канала! Ту-ту-ту-ту-ту. Ну что ж, а теперь давайте открывать ваши письма и посылочки. Даже за такой короткий срок, я совсем недавно дала вам адрес, вы уже прислали очень-очень-очень много писем. Мы вчера их всех читали и смотрели ваши прикольные рисунки и подарочки. А также есть еще посылочки, и мы сейчас все это распакуем и расскажем, кто нам что прислал. Сколько писем, и все их мы будем хранить. Кстати, не забывайте подписываться на наш инстаграм, а также на мой лайв-канал Any Magic. Сегодня там очень прикольное видео. Самое гигантское пирожное из Орео. Обязательно пойдите и посмотрите, ссылочку оставлю в комментарии. Начнем с письма Глазковой Марии, Московская область. Маша очень прикольно оформила это письмо. Я не буду вам зачитывать сегодня все письма, потому что их очень много, и некоторые из них очень длинные. Но мне было безумно, ребята, приятно получать от вас эти письма, потому что это вдохновляет, это воодушевляет, и хочется еще снимать для вас ролики. Вы такие все классные, письма у вас безумно душевные, безумно прикольные, и их просто... просто очень приятно получать. Спасибо вам большое. Также Маша нарисовала Мишеньку. Спасибо большое, Маша, очень красиво. Поехали дальше. Виеру Эрика, город Москва. Эрика написала тоже очень большое, красивое, прям красивое письмо. Она его очень-очень красиво оформила. Спасибо большое тебе, Эрика, за твое письмо. Юми тут носится вокруг, ее невозможно усадить. Русакова Полина, город Москва. Полина сделала очень тоже красивое письмо, такое желтое. Я удивилась больше даже тому, что она не взяла цветную бумагу, а она сама карандашом закрасила целый лист. И карандашом написала нам письмо с сердцем. Аня Шабалина, город Сыктывкар, тоже нам написала письмо, и мы, конечно же, всем, кто пишет нам письма, передаем приветы, потому что это очень приятно, спасибо большое. Еще одно письмо для Any Magic от Султангалиевой Малики, город Самара. Малика тоже написала красивое письмо, постаралась его оформить и внизу даже нарисовала Софи. На конверте она нарисовала собачью лапку, а еще прислала 4 маленьких таких красивых сердечка. Миша, Эйвен, Софиша и хомячки. Такие вот красивые красненькие сердечки вложила в конвертик. Мы тоже тебе вкладываем свои сердца и отправляем их тебе. Очень порадовало и, наверное, даже удивило письмо Ани Илрики от Гореловой Виктории из Воронежской области. Село Рождественское, потому что Горелова Виктория ведет нашу группу в Одноклассниках, и это было очень прикольно получить от тебя письмо, Вика. Она еще прислала вот такую вот прикольную валентиночку нам и написала письмо. Еще одно письмо с подарочками от
Марии Кальчиковой, я надеюсь, что я правильно прочитала, и Майи и Сони. Маша прислала нам кучу прикольных наклеечек с животными, собачками, дельфинчиками, кошечками, и в том числе чихуашечкой. Написала очень длинное письмо. Еще в письмо приложила картинки маленького Чау-Чау и Мопсика. И прикрепила к письму, положила это даже в конверт, и конверт дошел, ничего не случилось. Лакомство для моих собачек. Так приятно, спасибо большое тебе. Я прямо сейчас выдам твои лакомства Эйвену, Софии и Мише. Эйвен, Софи, смотрите, какая вкусняшка. Еще одно письмо от Никулиных Вари и Златы из Воронежа. Варя и Злата написали каждое отдельные письма и украсили эти письма, конечно же. А еще прислали рисунок Миши, Эйвана и Софиши. Один большой конверт нам пришел от Лаки и Ливана из города Саратова. И в нем были вот в таком вот файлике Мишенька, Софиша и Васик. Юми еще тогда не было, только Миша, Эйвен и Софи. А следующий наш большой конвертик от Киктевой Варвары Владимировны из города Волгоград. Она нарисовала меня вот такую вот смешную с собачечкой, видимо, это Юми. Софишу нарисовала, Мишу нарисовала и Васика. А еще положила нам открыточки. Девочек всех заранее поздравила с 8 марта, а Эйвана и нашего Рики хомячка поздравила с 23 февраля. Также, конечно же, написала письмо, и прикольно, что она прислала нам, Юми еще тогда опять же не было, вот такие вот браслетики на руку. Нет, она, наверное, прислала не на руку, я поняла, она прислала, чтобы мы их одели. Точно. И Васику, Софишечке и Мише. Оденем Варвариные самодельные вязаные ошейнички. Еще один большой конверт нам пришел издалека. Город Махачкала, Дагестан. Салаудинова Садия или Садия. Я не знаю совсем, как правильно говорить ударение, поэтому говорю вот так вот. Она прислала нам вот такой вот красивый рисунок Миши красками. Очень классно, спасибо большое тебе. Что там? Что там такое? Ух ты, там целая пачка рисунка. Седова Лиза, город Сыктывкар. Лиза письмо свое не написала даже, а напечатала. И еще прислала нам вот такие вот рисунки. Софиша и Эйван, и Васик карандашом нарисованный, кстати, очень стильно и прикольно. Тоже очень классно нарисовано. Аж 4 картинки с надписью каждого. Каждого есть имя написанное. Я так думаю, это было написано воском. А потом покрашена краской Энни Мэджик, Софиша и Васик и Мишенька. Ребят, все ваши письма мы будем хранить с любовью и заботой, так что пишите нам обязательно. Сейчас я буду открывать ваши посылочки, я не знаю, что в них, и мне тоже очень интересно. Там что-то гремит, но посылочка, в принципе, довольно легкая. Я буду пытаться отгадать, я думаю, что там лакомство. Ой, нет, стоп, до того, как я открою, я скажу, это посылка от Гертман Ангелины из города Смоленск. Так, сейчас откроем ее. Ну что же тут такое? Пока непонятно. Прям очень уже интересно. Софише тоже явно интересно, что там. Что же там такое? Смотри, Ивась, Ангелина мячик тебе прислала. Мячик! О, господи! Ивасику мячик! А-да! Дальше у нас здесь в пакетике еще что-то есть. Посмотрим сейчас, что это. Да, это деревенские лакомства, колбаски. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук, шесть лакомств. Смотрите, ребята, какая красота. В газетке, оказывается, положили, чтобы в эту коробочке ничего не болталось. Зато в коробочке у нас есть кое-что интересненькое. Там у нас вот такая вот крутянская открытка, такая глянцевая, как фотография. Спасибо тебе! Также она прислала нам сигну и письмо. Эйвен, лови мячик. Софи, подожди, дай Васику поймать мячик. Эйвен, лови. Ай, Софи, поймала. Лови. О, господи. Юми нападает на Софишу. Следующая наша посылочка от Кононовой Алисы из города Липецк. По ощущениям она немножко потяжелее. По звуку там что-то твердое. Я не знаю что. Сейчас мы будем ее открывать. Но на самом деле на вид как будто ее уже кто-то вскрывал. Может быть, конечно, проверяли, но я надеюсь, что ничего у нас там не украли. Тут как-то немножко все наперекосяк. Я разрезала ножницами. Открываем посылку. Ух ты! Энни Мэджик и Мэджик Фэмили! И кто-то все-таки коробочку порвал. Надеюсь, у нас ничего, правда, не забрали из коробки. Жалко, что порвали творчество.
Софиша принесла сюда мячик из другой посылки. Софиш, да. Да, сейчас будем смотреть. Смотрите, какие у нас здесь положили красивые вот такие штучки. Какой-то зеленый сверток. Очень красиво упаковано, очень классно, прям вообще так здорово. Сейчас мы будем открывать эту посылочку. Она вот такой вот веревочкой беленькой обернута. Все у нас тут засыпано этими штучками, как снегом. Так, и что у нас там внутри? Ой, сколько всего внутри! Ай, как здорово! Блин, вообще столько подарков тут. Проверяет, ничего ли мы там не забыли в этой коробочке. Все ли мы достали. Софиша решила посидеть в коробке. Алис, твоя коробка настолько понравилась Софи, что она решила в нее полностью залезть и сидеть в коробке. Ну вообще, прикол просто. Первое, что я вижу, это игрушечка. Вот такая вот прикольная косточка. Алиса явно ее сделала сама, потому что на косточке вышита Magic Family. А, у нас есть своя собственная косточка. Вот такая вот красивая, красочная открытка для Софиш. Это твоя открыточка, Софиша. Еще одна открытка самодельная для Миши. Так классно, Алиса, ты сделала эти открытки своими руками. Такая молодец. Это открытка для Мишеньки. Да, Мишань, тоже самодельная открытка для Ивасика. Твоя, да. И еще одна самодельная открыточка для меня с моей прической. Так классно. Еще Алиса положила нам в посылочку вот такой вот блокнотик. Можно вести дневник, например, и записывать истории из жизни собак. И еще вот такую вот милую тетрадочку. Еще одну тетрадочку. В общем, у нас 3 новых блокнотика, и я думаю, они для того, чтобы вести дневники Миши, Эйвана и Софиши. Юми же у нас тогда еще не было. Очень много всяких штучек, вырезочек для DIY специальных, из которых можно что-нибудь делать. И вот такой вот класснючий брелок мороженка. Я прям обожаю такие штуки. Спасибо большое. Я обязательно его повешу на ключи. Вот так красиво Алиса оформила письмо, написала лично и завернула его в такой свиток и даже завязала веревочкой. А Юми наша грызет игрушку. Ей еще никто никаких посылок пока не прислал. Ребята, Софи явно ждет от вас еще посылок. Твое личное письмо я обязательно прочитаю. А Софиша залезла опять в коробочку, только уже в другую. Раз Софише так нравится сидеть в ваших посылках, пожалуй, я поставлю ее на полочку и пусть она там сидит. Да, Софиш. Так, ребят, подождите, у нас еще была 3-я посылка в пакетике таком мягком, только я не поняла, где она. Черт, неужели кто-то разгрыз посылку? Я ведь так следила за ними. Письмо осталось цело. А, все понятно, понятно, почему кто-то открыл эту посылку. И я даже, кажется, знаю, кто это был. Нет, не Миша, а тот, кто за ней прячется. Ты хотела достать лакомства, да, из посылки? Ты хотела их своровать, да? Но не докопалась, не дорылась, да? Светочка Григорьева из Челябинска. Прости меня, пожалуйста, я не уследила за Юми. И это, кстати, очень плохо для меня, как для хозяйки. Спасибо тебе большое за твои лакомства, которые ты прислала для моих собачек и за письмо. Я его обязательно прочитаю, оно в целости и сохранности. Юми попыталась разгрызть только упаковку. Софи наконец-то вылезла из коробки. А по поводу, как отучить щенка грызть, у нас есть отдельное видео. Я обязательно буду работать над характером Юми и отучать ее, конечно же, грызть вещи. Поэтому обязательно пойдите и посмотрите наше видео, видео Софиши о том, как отучить щеночка грызть. Ну, если у вас есть щеночек, и у вас есть такая проблема. Ребяточки, а мы всей семьей Magic Family вас очень любим. Спасибо вам большое за ваши письма, посылки, рисунки. Присылайте еще адрес в описании, мы будем ждать. А кодовое словосочетание для этого видео «Мой щенок». Придумывайте свои рассказы, прикольные фразы, пишите их в комментариях, и оригинальное и интересное попадет в наше будущее видео. Спасибо всем вам за посылочки. С вами был Ивасик, Софиша, Мишенька и ребенок, который творит всякий беспредел по имени Юми, которая уже устала носиться и теперь решила поспать. Поспать. Ей уже все равно, она уже падает. Жми кружочки, смотри еще ролики нашей мамы и ставь лайк мне, Софи, Мише и Юми. Я за тобой слежу, помни об этом. И не забудь посмотреть мой ролик про самое гигантское пирожное Орео.